Приведитесь! С наступающим тебя старым Новым годом, с прошедшим Новым годом, с Рождеством прошедшим, короче, со всеми будущими праздниками. А мы сегодня с тобой начинаем играть в игру под названием «Лесной Рейнджер Симулятор». Это демка, как ты... А, тут не написано демка, вот и моя... Короче, это демо-версия, и что самое странное, в этой демке нам дают всего полчасика поиграть в эту игрульку. В чем суть игры? И игра заключается в уборке леса, огромная территория, вот это вот все, огромная территория под нашим контролем. Мы здесь потом тачку купим, будем ездить по этим территориям, ругать всех за то, что они мусорят, убирать капканы, делать пасеку с пчелами, короче, и естественно, брать старую мебель, которую будем находить, вот так вот сюда скидывать, это здесь зона продажи, так вот ее будем скидывать. Продавать. У меня здесь есть аукцион даже, пойдем я тебе покажу. Вот так заходишь в дом, здесь компьютер, заходишь в него, тут можешь покупать в том числе и тачку, в том числе и ломы. Вот где тачка-то у нас, где у нас тачка? Вот такая вот тачка, развалюха, прикольно. Ей нужно будет тоже покупать аккумуляторы, бензин и менять запчасти. Тут, короче, куча всякого навалом нафига. И это все в демке. Че, прикинь, что будет в выпущенной игре, релюзной игрухи. Короче, что я сюда забежал? Ладно. Я ж продать хотел, точно. Что ты молчишь? Что не говоришь? Вот они, колонки, которые я затащил древние. Я их продаю на аукционе. Когда они продадутся, мне денежки, конечно, за это все дело придут. Я разбогатею. Так, теперь я тебе покажу, что делать вот с этим вот мусором. Здесь его огромное количество. Сперва я беру картоночку. Вот, и оно все убирается в мой мусорный пакет, который я притащил. То есть здесь раздельный сбор мусора. Мы собираем с тобой отдельно стекло, отдельно картон, отдельно бумажки. Если я что-то не то возьму, слева внизу мусорный пакет изменится по цвету. Видишь, он стал серенький, значит, я что-то не то взял, надо это выкинуть. Берем мусорный пакет, выкидываем то, что там не должно быть. Какой-то стаканчик замухрыченный. Картон, где еще картон есть? Ты видишь картон? Ладно, у меня есть суперспособность визор, который показывает мне, где картон. На данный момент здесь больше нет, походу, картона. С картоном все. Поскольку картон мы весь собрали, но мусорного бака под картон у нас нету, нам нужно купить этот мусорный бак. Одни траты. Идем, значит, в компьютер и покупаем вот этот вот синий мусорный бак. Он должен приехать к нам с доставкой вот сюда вот. Но пока что машина, видимо, не приехала еще. Она будет ехать сюда долго. Ночью они не приезжают, то есть доставки ночью не бывает. Она приезжает только днем. Я поэтому мусорный пакет пока что выкину сюда. Вот, синий мусорный пакет. 1 килограмм картона я набрал. Пойдем вот тут. Вот тут. Что у нас оранжевое? Оранжевый мусорный бак у нас есть, мы можем это все собирать. Короче, если ты слепошарый, включаешь визор, как я, да, и вот собираешь оранжевые какие вот эти вот такие штучки. Вот синенький выпустил. Значит, вот это вот мы просто берем в руки вот так вот и тащим в оранжевый контейнер. Все контейнеры подписаны, то есть вот сюда вот только вот пластик выкидываем. Вот здесь можно почитать, если ты знаешь английский. Здесь пластик, здесь всякие пластиковые коробки, банки и прочую такую всякую фигню. И выкидываем сюда мешок. И за это мы получили $4. Вот это все барахло я тоже могу попродавать. Выкидываем вот сюда. Не долетело, блин. Так, стоп. Это я тоже на барахолке буду продавать. Считаю, что это у меня барахолка что-то там разбилась. Не надо это, чтобы разбивалось. Это я все буду продавать. Вот колоночка какая-то. Вот так вот. Много бабла будет. Пультик. Кажется, это пульт. Сейчас я посмотрю, что это такое. Это ж пульт? Да, это пульт. Или калькулятор. А, фиг его знает. Тоже продаст. Вот это что, у нас принтер, что ли? Или это монитор? А, нет, это принтер. Нет, это монитор. А, монитор нельзя продать, он, походу, поломанный. Так, а куда нам тогда его выкидывать? Вот, электроника сюда, значит, нам сюда его выкинуть. И сколько? $5, офигеть. Отлично. Значит, это что у нас? Фиолетовая. Может, я это продам? Подожди, я это могу продать? Да, мы это продадим. А вот это вот что это? Какая-то фигня, тоже ее продадим. Значит, бежим к компьютеру на аукцион. Сколько у нас времени? Дело в том, что тут, когда стемнеет, нужно фонарик купить. Я, наверное, сейчас его сразу куплю, чтобы не это... У нас времени-то ограничено, полчаса всего игры нам дают. Это как бы... Что это такое? Фонарик я купил, идем на аукцион. На аукцион все вот это я продаю. Вот, отлично. Мусорный контейнер еще не приехал. Эх. Так, значит, вот это вот я тоже собираю. Вот. И вот это вот я тоже соберу. Я сейчас это отдельненько выкину. Вот сюда вот. К этому мешку. Вот. О! Колонку кто-то купил за 3,9 цента. Отлично. Это сюда выкидываем. Пучком. Так, значит, улей.
Пойдем со мной. О, у нас тут еще корм есть. Отлично, давай корм возьмем. Дело в том, что мы же все-таки лесной рейнджер. Мы должны кормить здесь животных. Улей мы тащим куда? Правильно, там, где есть цветочки. Там, где можно собирать мед, пыльцу. Здесь для белок, видимо, кормушечка. Или, может быть, для птичек. Не обязательно для белок. Сейчас мы туда насыпем еды. Вот. Кушайте, кушайте и не срите мне на дом. Я вам дал пожрать. Можно сразу... Нет, второй мешок я не буду им отдавать. Может, я еще где кормушку встречу. Куда же пчел-то поставить? Где у нас здесь? Где у нас здесь есть цветочная полянка? Я пока нифига нет. Вот была бы у меня тачка, я бы кинул это все в багажник и поехал бы на полянку. А так, хожу на своих... О, мне привезли, доставочка. Фонарик привезли, а контейнер не привезли. Скотины. Почему вы мне не привезли контейнер? Ух ты, ух ты, ух ты. О, смотри, животные. Ничего себе, животные. Они, интересно, меня боятся, нет? Оленёнок. Ну да, они меня боятся. О, полянка с цветочками. Это просто шикарно. То, что я искал. Полянка с цветочками. Здесь я размещу, значит, пчел. Пчел. Да. Вот тут вставайте, пчелки. Вот, и добывайте здесь мед. Отлично. Сейчас они тут должны... Пока что, видишь, никого нет. Скорее всего, я буду ловить диких пчел. Потому что своих-то у меня не было. Ну да, своих у меня нету. Значит, здесь будут ловиться пчелы. Окей. У меня вообще задание есть. Мне нужно 5 килограмм пластика собрать и металла. И сдать его. Но как бы с этим проблемы. Потому что тачки нет. Мне сейчас придется самому искать. О, кабанчик какой-то милашный. Жалко тебя погладить, нельзя. Сейчас будем искать. Мы где-то уже в середине леса. Но мы далеко от дома ушли. Да, мы в середине леса. Вот, у меня тут показано ульи. Это мой улей стоит, мы его только что с тобой поставили. А это чей-то чужой, я не знаю. Либо, может быть, тоже мой, но я поставил его, не знаю, когда. Возможно, у меня отшибла память, когда я его ставил. От укуса пчел. Значит, я сейчас где-то в середине леса. И вон, смотри, я нашел срачельник. Вот оно что, тут кто-то напакостил. Здоровые картонки, все это вот собираем. Вообще все собираем. О, наконец-то синий контейнер привезли. Доставочка, четко. Короче, весь мусор без разбору собираем. А потом я его притащу домой и буду сортировать. Вот такой вот у меня план. Как бы. Ох, никогда не мусорите в лесу. Потому что, ну, во-первых, ты все равно вернешься в лес. И когда ты вернешься, там будет этот срач. Тебе будет приятно в этом сраче вообще? Мне нет, поэтому я всегда за собой убираю. А во-вторых, здесь живут животные. И они иногда от этого мусора очень сильно страдают. Так же, как и рыба в воде. Рыба поедает пластик. Этот пластик застревает у них в горле. Иногда он просто врезается им в тело. И из-за этого они погибают. Ну или страдают очень долгое время. Вон там что-то еще есть. Пойдем туда. Так что, когда ты мусоришь в лесу, ты доставляешь огромное неудобство животным. Ну и в том числе и себе, и экологии вокруг. Поэтому старайся, да не старайся, а убирай за собой. Следи за собой. Чтобы весь окружающий мир был тебе благодарен. Ну и, собственно, ты сам будешь себе благодарен за то, что ты придешь на старое свое место, а там чистенько и аккуратненько, и не насрано. Походу, здесь больше ничего нет, поехали домой. Ах, негодники, и вон там полянку тоже засрали. Единственный минус пока что в этой демке, это то, что я через воду не могу бегать. Меня не пускают мочить ножки. Мне приходится бежать до пешеходного мостового перехода. Хм. О, калькулятор продался. Отлично, просто шикарно. Ну, ё-моё, сколько здесь намусорили-то. Баночек. Вот пришел народ, да, отдохнуть здесь, и вот насрал. И не убрал за собой. Я бы таких на месте сжигал. Просто уродцы. Одним свиноты. Ну как вот, как назвать людей, которые мусорят там, где отдыхали? Свиноты. Только свиньи так делают. Ведь на их место могут прийти другие люди отдохнуть. А там такое. Ты представляешь? Ладно, что-то я про... Ну у нас игра про экологию. Поэтому я начинаю вот эту тему экологичную. Это что за дом? Это мой дом? Ох ты, я свой дом не признал. Значит, где мой контейнер? Вон синий контейнер, отлично. Вот фонарик, я его беру. Четко. Теперь, значит, я выкидываю весь мусор. Я набрал мусора на 6 килограмм. Ты представляешь, я его сейчас тут весь выкину. Вот так вот. И буду сейчас его здесь сортировать. Если я выкину мусор не в подобающий мусорный бак, то меня штрафуют. Как бы. Что логично. Все, синий мешок. Это значит, что у меня для синего контейнера куча набрана всего.
Вот это я тоже бы забрал. Нет, это не забирается. Давай мы, знаешь, тогда как сделаем? Вот это весь картон выкидываем, этот мешок мы берем. Давай, берись мешок. Мешочек. А, прикинь, мешочек этот я уже не могу подобрать, потому что он у меня завязан. Ну и ладно, раз он завязан, тогда вот так вот сделаем. Собираем все предметы синего цвета, врубаем визор. Мне лень тут разбираться, что не синее, что синее. Да, барахла приличное подобрал, ничего не скажешь. И выкидываем это все вот сюда. Теперь я тебе сейчас покажу, что будет, если я кину что-то не то в другой контейнер. Вот, например, вот эту вот пачку я выкину сюда. Видишь? Минус 10 центов у меня. Собираем стеклышки. И стеклышки у нас отправляются в зеленый контейнер. Вот сюда. В унитаз можно сходить. В унитаз. Посидеть, попердеть. Представь, что ты Шрек. Выходишь из толчка, а здесь понабежали всякие животные, которые ругаются. Что их лес загадили. Ну, теперь собираем оранжевый цвет. Его, конечно, больше всего. Что там у нас? Какие-то чипсы, упаковки от чипсов. Какие-то алюминиевые баночки. Консервы. Это все выкидываем сюда. Оп, промазал. Можно, кстати, в баскетбол поиграть, смотри. Опа! Блин, не докинул. Наверное, сейчас докину. Опа! Е-е-е! Плюс $5, отлично. Че, квест выполнен, что ли? Плюс один X-Point. Ачивмент «Орлиный глаз». Но ничего себе. Финиш. Все, это было единственное задание на сегодня, видимо. Поэтому скидываем мусор. Так, подожди. Вот так вот скидываем мусор. Так, мне говорят, типа, покорми птиц. Ох, ё-моё, в лесу-то какая потёмка. А тут вроде как бы нормально. Какой закат красивый, красный. Включаем фонарик, который я только что купил. И пошли. Пошли вот сюда. Достаем, значит, наш корм. И кладем птичкам. Все. Я дал птичкам поесть. $10 мне за это. Спасибки. Спасибки. Теперь у меня закончилась еда для птичек. И я могу сбегать и купить ее. На всякий случай закрой здесь дверь. Вдруг медведь прибежит голодный. А у меня здесь двери нет, да? Двери нет. Еще у меня есть огнетушитель. Он нужен для того, чтобы тушить пожар в лесу. Пчелы. Надо обследовать территорию, найти отличное место для пчел, что мы уже с тобой сделали. И с утра, как только рассветет, мы пойдем к нашим пчелам и посмотрим, поймал ли я там ульи дикие. И вообще, что там происходит, собственно. Вот здесь вот у меня ачивки вешаются. Вот этот вот орлиный глаз. Мне только что его дали. Вот тут вот ачивка висит. И здесь будет доска у меня почетов, собственно. О-о-о, как заглючило. Ночью FPS проседает. Ну, это демка, еще недоработанная игра, что поделать. Значит, что мы можем купить? Мы можем купить всякое барахло себе домой, как бы нафига мне это все сдалось. Нет, спасибо. Я хочу... Флажки нужны для того, чтобы оставлять метки на карте. Еще один улей могу купить. Во! Вот эту вот штуку нужно купить для того, чтобы капканы обезоруживать. То есть пихаешь в капкан лом, он щелкивается, и ты этот капкан выкидываешь. А вот еда. Еду мы покупаем, несколько пачечек. Молоток я пока не знаю, для чего он тут, не видел. Бинокль, кстати, классная штука. Может быть, и бинокль купить. Ладно, на тачку я, походу, сегодня не накоплю. Сколько тачка-то вообще стоит? $250, ну да, это слишком для меня. Так, что, утро, что ли? Сколько времени? Корм привезли. А я же говорил, что ночью не везут, а корм ночью привозят, оказывается. Смотри, время у нас 12 ночи. Ой-ой-ой, ППС как просил. Ну это жестко, конечно. Где корм? Что? Что это за звук был? Вот лом, я его забираю. Вот корм, я его тоже забираю. А где... А в принципе вроде бы все, это все что... О, бинокль! Вот и бинокль приехал. Так, хочу посмотреть в бинокль. Бинокль, доставайся. О, он прилично увеличивает, я тебе хочу сказать. Классная штука, наблюдать за соседями. Так, ладно, бинокль убираем. 12 часов ночи, в принципе, довольно светло. Пойдем, посмотрим, что с нашим ульем. Возможно, я найду капкан. Хотя я сомневаюсь, конечно, в этом. Капканы вообще искать нужно вот по таким тропиночкам. Главное мне самому в этот капкан не попасть. А что я туплю? У меня же фонарик есть. Главное самому не въехать в этот капкан. Иначе будет очень больно. Грибочки. Грибочки. Я могу грибочки собирать, прикинь. Обалдеть. И потом, видимо, я эти грибочки могу продавать. Круто. Я и не знал. Когда я первый раз играл, я даже не представлял, что тут можно грибочки собирать. Ну, как бы лес кормит. Если ты к нему хорошо относишься, лес тебя кормит. Помимо грибов и ягодки, наверное, тут можно собирать.
похожи на поганки. Ну, вроде бы, как это белый гриб, съедобный должен быть. Поэтому, я не знаю, я сейчас полную корзину наберу грибов, а там мы дальше разберемся. Все, похоже, что все, да, полная корзина грибов. Побежали дальше. А здесь еще поляна с грибами. Но, к сожалению, о, я еще могу набрать? Ничего себе, еще корзину могу набрать с грибами. Так, ладно, поскольку у нас 30 минут всего на игру отведено, я не буду тратить время на сбор грибов. Я пойду искать что-нибудь другое. Может, наткнусь на что-нибудь интересное, прикольное. Ох ты ж, мусора-то сколько здесь, а? Негодяи! Негодяи. Вот эти коробки без машины сложно перетаскивать. Я всего их по одному могу таскать. Поэтому собираю то, что могу утащить. А все остальное я приеду когда-нибудь здесь на машине и все это увезу. Тут прикольно, что эта тачка, пикап же. Задний кузов у нас открыт всегда. Ну, багажник в смысле. И ты просто скидываешь в багажник вот эти все вещи, которые не можешь утащить в своих мешках. И это, я тебе хочу сказать, сильно облегчает игру на дистанции. Блин, ну тут мусора просто вагон. Вот я сенсор сейчас включил, это капец. И вон там еще, там елка вообще какая-то горит. Вышел, называется, ночью в лес. По грибы, да по мусор. Ну, тут вроде поляночку зачистил. Кроме вот больших вот этих вот коробищ. Идем дальше, хочу посмотреть. Оу, нет, дальше-то мы не пойдем. Тут еще вон сколько мусора, это капец. Это капец, а у нас, похоже, рассвет, да. У нас рассвет. Хочу сбегать вон туда посмотреть. Что это, реально елка, что ли? Подожди. Ладно, вот эту точку надо запомнить. О, мешок с мусором, 20 килограмм. Надо будет подобрать потом. Кто-то, видишь, мусор за собой убрал, но сам мешок не выкинули. Да ладно, там реально елка, что ли? Блин, тут вода. И не... О, я не обижать так просто. Походу, через мосты только надо. Ладно, берем этот мешок и побежали. И трехочковый получится, нет? О, 20 килограмм тяжко кидать. Давай вот так вот. Оп! Да блин, ладно, так закинул, прям в упор. Чпиньк. 19 килограмм, тьфу, блин, килограмм. $19 мне дали. Вот это вот хочу еще затащить в дом. Я не собираюсь это продавать, я хочу это дома разместить. Вот так вот. Другую сторону надо. Во, вот так вот. Дверки закрываем. Все, срочно побежали смотреть, что там с медом. Ну где же? Улей наш. Баночка меду сверху. Здорово. Спасибо вам, пчелки. Но где вы сами? Они, видимо, спят еще. Еще не утро, поэтому как бы они здесь не это. Ну, баночку я собрал. Пойдем еще к одному улью сходим. Вон туда. О, а здесь вырубка леса прям конкретная. Жесть. А вот и улей стоит. Вот он, улей. Но здесь тоже не летают пчелы, хотя... Стрекозы, я вижу стрекоз. И... Падающие листья. Это не пчелы. Блин, почему пчел-то тут нет? Кстати, прикол в том, что я вот эти бревна могу брать. Прикинь. Видимо, вот эту полянку я могу здесь расчистить, или в будущем я с этими бревнами что-то могу делать. Ну, в смысле, бревна увезти куда-то, сдать их. С молотка ушел светильник. Это очень здорово. Так, я не понял, а где улей? Я тебя потерял. Так, я сейчас тебя перемещу, наверное, на ту полянку, где другой улей стоит. Вот здесь я тебя ставлю. Тихо, не падаем. Вот так вот. Все, я перетащил улей на другую полянку, но почему-то мне не засчитывают это задание. А это у нас что такое? О, и здесь тоже техники, электроники хватает. Просто на вал. Вот это можно, в принципе, продать. Тут не все сломано, хотя вот телек вот этот уже вдребезги раздолбан. Кто-то битой зарядил прямо по экрану. Мне интересно, зачем же нам бревна? Для чего они тут нужны? 30 минут игры прошло. Я решил переиграть еще разок в эту игру. Еще 30 минут взял. И прежде чем я пойду, я думаю, что делать вот с этим вот добром. Его продавать на аукционе надо или что? О, его, кажется, реально продавать на аукционе можно. Погоди, ну-ка. Пойдем. Я тебе еще, кстати, ванную комнату не показал. Вот она, ванная комната. Я вот так вот открыл ее. А тут вот, смотри, тут сломанный, вот тут раковина сломанная. Ее тоже мы продадим. Но прежде чего, я хочу посмотреть, сколько это будет на аукционе стоить. Ну, в смысле, грибы. А, пока мы не продадим их, мы не узнаем. А, как быстро раковина улетела за 9 центов. Хорошо. Короче, я застопорился на улей, поэтому я сейчас его беру, фонарик включу, и побегу на полянку. Блин, ни черта вообще не видно. Я даже не знаю, куда я бегу. По звездам даже не сориентироваться.
Возможно, у меня же на компасе есть или это мой улей, который я несу. Да, походу, это мой улей, который я несу. Прибегнем к помощи карты. Ох, блин, я не туда скосил. Вообще, на самом деле, очень опасно бегать в лесу ночью. О, полянка. Я думаю, что она нам подойдет. Вот и ставим его сюда. Улей поставили и получил новую ачивочку. Заканчиваем это задание, только я сейчас еще улей переверну. А то пчелы распсихуются. И мне дали новое задание потушить пожар. Я его, конечно же, возьму. Только где мне его тушить нужно? Дайте мне секундочку разобраться с улем. Вот, все. С улем разобрались. Пожар, пожар, пожар. Где же может быть пожар? Вон туда нам надо бежать. Ох, нифига себе там полыхает. Ну ни черта ж себе. Где там мой огнетушитель? Я же его взял. Да, я его взял. Сейчас я тут все потушу. Какие-то проказники тут разожгли костер или сожгли мусор. Решили так за собой улики потереть. Ну давай же, тушись. Ё-мо, как он сложно тушится-то. Он вообще тушится? Нет, у меня сейчас, походу, баллон кончится. Фух, затушил. Плюс одна ачивка. Ништяк. И я спас этот лес. Я думаю, заслужил отдых. И пора бы пойти поспать. Но нет. Нам нужно найти капканы. Окей, где у нас капканы есть? Я лом как раз с собой взял. И сейчас мы его опробуем. Не дают мне отдохнуть. Как говорится, покой нам только снится. А я заплутал опять. Где-то вот здесь капканчики. О, тут грибы. Новый вид грибов открыл. Пособираем и тоже его попробуем продать. Так, а капкан, капкан, где же ты? Где-то здесь поставили капкан. Вот он, нифига себе, как его тут спрятали. Достаем наш лом. И пробуем его. Давай же. Во! Захлопнулся. Теперь можем его взять и выкинуть. Потащили. А, подожди, еще где-то один капкан есть. Ну, ё-моё. Ты полежи пока здесь, а я пошел твоего другана найду. Кусачего. Где-то... Вот он! Негодь. А если я на него ступлю? То нифига. Странно. А что-то разработчики не продумали это. Ладно, берем лом. Как он цапает-то, а? Все. Два капкана я искоренил и получил $20. Что-то как-то маловато. Дайте больше. Так, подожди, а где? А, вот еще один капкан. Ну, я сейчас посмотрю, сколько я за них получу, если продам. Продам, естественно, на переработку. Так, а мне дали новое задание, мне нужно взять мед и продать его. Оу. Прикол весь в том, что я нахожусь вот здесь сейчас, а пасека здесь. И мне туда бежать просто капец как долго. О, я снова возле этой елочки. Погоди, в этот раз у меня есть бинокль. И мы насладимся ее красотой в полной мере. Ну да. Похоже, что это действительно елка. Наконец-то я добежал до него. Уже рассвет, блин, нифига не успеваю. 30 минут очень быстро кончается, значит, металл. Где металл у нас? Металл, металл, металл. Блин, слушай, ну я даже не знаю. Ну давай сюда попробуем, у меня просто нет таких контейнеров, которые бы принимал металл. Ну вроде бы как... Ну-ка. О, правильно, $5 за капкан, отлично. А теперь бежим быстренько, быстренько, просто бежим за медом. Эй, олененок, ты че застрял? Да, тяжелая у тебя жизнь. А вот и мои пчелки, а вот и мед. Все, я забрал мед. И теперь бежим ее выставлять на аукцион. Вот она моя баночка. Грибочки так еще и не продались. Ну ладно, так, тихо-тихо-тихо. Я сейчас думал, сейчас банка меда разобьется. Но вроде как пронесло. У меня тут уже сразу аукцион открыт. Выставляем его на аукциончик. Все, я все выставил. Где моя ачивочка? Вот тут она сейчас должна появиться. Смотри, я финиш нажимаю. И вот она, ачивочка появилась. Шикарно. Пойду пока белочкам да птичкам. А, ну это корм для птиц вообще. О, собрать грибочки. Я уже, кстати, этим занимался. Я уже корзинку грибов как бы, ну, собрал. Вот это пойдет? Вот, вот корзинка. Вот корзинка грибов. Ладно, пускай она здесь пока полежит. А мне, походу, для задания нужно все-таки собрать другие, свеженькие грибочки. У меня как раз они за задним двором, вот они, вот такие вот, на лисички похожи, или подберезовики, или это грузди. Один фиг поймешь, что это за грибы в игре. Но точно я тебе могу сказать, что корзинку этих грибов я успешно собрал. Но, видимо, что-то, поскольку это не первые грибы, там написано собрать первые свои грибы, но это же не первые мои грибы. Поэтому я опять заруинил игру.
А у меня продался калькулятор. Еее, я нашел грибочки и получил ачивочку за это. Ну, в смысле, новые грибы, хоть они и белые какие-то. Похоже на те, что я уже ранее собирал. Короче, хорошо, что игра разруинилась. Может, успеем еще какое-нибудь задание выполнить. Блин, у меня этих грибов теперь солить можно. 3 корзины. Куда мне столько? О, колонка продалась. Все, ништяк. У меня баночка меда осталась только. Чё-то заданий больше не дают? Похоже, в демке это все. Ну, раз такие дела, я сейчас возьму вот эти все вот корзиночки и тоже выставлю на аукцион. А то чё они просто пропадают? Их же нужно есть. Вот и усё. Ого! Первые грибочки улетели за $15. Это выгодный бизнес, я тебе хочу сказать. Но на тачку этого, к сожалению, не хватит. Ну вот, собственно, и снова прошли 30 минут. Если тебе понравилась эта игруха, и ты хотел бы увидеть релизную версию, то не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, конечно же, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить ее. Ну а мы с тобой увидимся в новом ролике. Так что, до встречи!